Заседание актива городского совета ветеранов началось с возложения цветов в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Встречу посвятили одному из приоритетных направлений деятельности – вопросу патриотического воспитания детей и современной молодежи. Несмотря на мнение скептиков, современное поколение интересуется своей историей и с увлечением слушает рассказы фронтовиков, отмечают педагоги. Это особенно проявляется у нас в тех школах, где имеются наши музеи боевой и трудовой славы. Значит, там постоянно у нас проходят встречи с ветеранами. Даже в тех школах, где отсутствуют у нас такие музеи, мы приглашаем школьников, приглашаем даже иногда студентов, приглашаем на наши встречи. На заседании было подчеркнуто, что патриотическое воспитание неразрывно связано с изучением истории России, страницы которой в последнее время переписываются заново или фальсифицируются. Курганские ветераны делятся. До слез обидно, когда СМИ и различного рода исследователи приписывают лавры победы союзникам. Искажают факты русской истории в угоду политических интересов. На вопросе патриотического воспитания мы столкнулись с тем, что на сегодняшний день вот, работа наша сталкивается с тем, что средства массовой информации, особенно федеральные каналы, они показывают те передачи и программы, которые, в общем-то, размывают нашу работу. Точку зрения курганских ветеранов поддержал Владимир Мединский, автор нескольких учебников по истории, писатель, пытающийся донести до современной молодежи правду о Второй мировой. Книга у меня называется «Война. Мифы о войне». И вот я там пишу про штрафбаты, заградоотряды, людоеда Жукова, значит, который, так сказать, только там и мечтал со Сталиным, где еще побольше народу положить, якобы. Ну и про все остальное. Участники встречи отметили, что современное патриотическое воспитание – это не только воспитание героизма и мужества. Это повышение престижа труда, это пропаганда здорового образа жизни и общечеловеческих ценностей. Ведь только физически и нравственно здоровый человек может стать настоящим гражданином своей страны. Сделать ветеранам предстоит многое, а значит, уходить на покой еще рано. Юлия Васильева, Андрей Глазырин, Светлана Брагина. Телекомпания «Регион 45».